чтобы, например, не опоздать в садик, можно, надо следить за ним. Чтобы вовремя проснуться, не опоздать на работу. Успеть на автобус в школу. Если опоздаешь, лектор будет ругать. И буду тогда дольше работать. Насколько опоздал, столько и дольше работает. Еще за время следя, чтобы договориться о встрече. Если друзья хотят увидеться. За временем следят еще за новогоднюю ночь. Чтобы вовремя вернуться домой. И ребенка из садика забрать. За временем можно следить, чтобы не перепутать день и ночь. Чтобы успеть в магазин закрыть. Ну, если куда-то срочно нужно. Не опоздать на самолет, когда идешь в отпуск. Если следить за временем, ты никуда не опоздаешь. Если не следить, то можно опоздать.